Сейчас об этих и других событиях подробно. Исторический парк в Новосибирске откроют уже 12 ноября. Он станет филиалом Государственного краеведческого музея. Напомню, этот проект одобрил Владимир Путин, и Новосибирск попал в десятку городов России, в которых теперь появятся такие мультимедийные комплексы. 12 числа состоится открытие парка России «Моя история» в Новосибирске. И с этой даты я приглашаю жителей города, жителей нашего региона, да и всех гостей Новосибирской области ознакомиться с данной экспозицией.